задорный рыжебородый мальчишка, каким привыкла видеть принца Гарри британская публика, бесследно исчез. Вместо этого поданный ее величество видит напряженного и зачастую хмурого мужчину. Изменения, произошедшие с герцогом Сассекским, объяснили эксперты по языку тела. Раньше принц Гарри, появляясь на людях, сиял беззаботной улыбкой. Однако после того, как герцог Сассекский женился и остепенился, его поведение изменилось. Особенно это заметно в последнее время, когда его супруга Меган Маркл ждет ребенка. Такие изменения характерны для всех будущих отцов. Язык тела принца Гарри четко свидетельствует о том, что он испытывает чувство тревоги. Ярче всего это видно, когда он находится рядом с Меган Маркл, его выдают сжатые руки и нахмуренные брови, поясняет эксперт по языку тела Джуди Джеймс. У Гарри исчезло по-мальчишески задорное выражение лица, он стал выглядеть более зрелым и серьезным. Это связано с изменением его статуса, он стал мужем и готовится стать отцом, приводит слова специалиста издания Cosmopolitan. Принц Гарри выказывает, кроме тревоги и желания защитить свою супругу, при том, что поводов суетиться вокруг нее Меган пока на публике не давала. По словам эксперта, язык тела герцога Сассекского свидетельствует о том, что он взял на себя функции телохранителя Меган. Если принять во внимание активную общественную жизнь, которую ведут принц Гарри и Меган Маркл, то желание герцога Сассекского оградить супругу от возможных неприятностей вполне объяснимо. А сама беременная жена принца Гарри тем временем светится неприкрытой радостью и гордостью, отмечает издание.